Саша, твое участие в Олимпиаде – это огромный успех и надежда всех жителей Николаева и Украины. Мы верим и надеемся, что наконец-то эта Олимпиада будет твоей. Знай, что ты не один. Во время твоих прыжков все наши взоры, мечты и сердца будут прикованы к экранам. Мы поддерживаем и надеемся, что наконец-то победа будет наша. Твоя победа, как бы, это и наша победа, поэтому мы очень і очень надіємося на это. Успіхом тебе. Дуже сподіваємось, що він виступить якнайкраще, та дуже всі хочемо, щоб додому приїхала до нас в Южний регіон медаль зимової Олімпіади. Ну, а як спортивний функціонер хочу сказати, що ми будемо намагатись відтворити і надалі робити все для того, щоб фрістайл функціонував в нашому місті, щоб все добре, щоб діти могли займатися зимовими видами спорту. Ми всі желаємо, ждемо, переживаємо. Ну, я вам скажу, що на Олімпіаду попадають всі сильніші. І соревнуються тільки сильніші спортсмени. Тому, попадає на Олімпіаду, це вже результат і успіх. І ми повинні вже радуватися. А когда спортсмен еще и медали привозит в свою страну, в свое государство, это мы должны радоваться. И вообще за их выступление. Ну, так сложилось, да, что на Саше на Олимпиада, сегодняшний день, четвертая уже Олимпиада. И вот как я могу сказать, что он просто уже заслужил. А как сложится, это такой вид спорта, который может повлиять элементарно. Я знаю всех основных соперников, это 25, которые будут выступать лучшие. 10 из них имеют такую сумасшедшую программу во фристайле. А там уже как сработают тренера, как сработает сам Саша, как будет погода, как настроение, как ел, как спал, как проснулся, как пошел, с каким настроением. Это все очень влияет.